Вьетнам – главный хозяйственный упаковок, начиная с 15 века. А еще его называют восточно-азиатской Венецией. Если посмотреть по количеству упаковок вокруг, становится понятно, почему. Very beautiful tradition about Haiyan. You make a wish, one wish for one, and you put the lantern inside the water. Two for me. Two wishes for me. Two and wishes the genie. Yeah. Two wishes for you. And two wishes go for and take another boat for you. One more lantern, поплыл. Nice resort on the beach of Haiyan. Just now we ordered all the suits and we have few hours for enjoying. Я приехала на Банахилс, сейчас 9:30 утра и уже безумно жарко, наверное, где-то порядка 40 градусов. Безумные очереди, просто безумные, реальное количество китайцев, и только один маленький кусочек. Всего 40 минут примерно толкания в очередях, и я близка к цели. Даже все симпатично выглядит. Сейчас мы пришли на французскую деревню. Даже не похоже совершенно на Вьетнам. Для тех, кто не успел посмотреть собор Нотр-Дам де Пари, здесь тоже есть маленькая версия. Играет музыка. В общем, все неплохо. Мы сейчас находимся на Golden Bridge, на этом нашем локальном мосту, который был построен в июне 2018 года. Он находится во Вьетнаме, находится на вершине Bana Hills. Видите, насколько это высоко? Вон за моей спиной. И помимо просто моста, здесь огромное количество всего другого интересного. Обязательно приезжайте.